Всем привет! Сегодня мы посмотрим на 10 прикольных и интересных товаров для школы и учебы. Я думаю, вам понравится эта подборка, и вы обязательно что-то интересное для себя узнаете. Ну и в конце видео вас ожидает сюрприз, поэтому смотрите до конца. Итак, начинаем! Какая же школа или учеба без того, чтобы подниматься рано утром? Поэтому куда же тут без будильника? Я нашел для вас вот такой вот прикольный будильник на колесах. Прикол в том, что он будет будить вас и убегать от вас, пока вы его не поймаете и не выключите. Следующий товар — это наушники. Вот такие крутые, светящиеся на молнии. Вы спрашиваете, как они могут пригодиться в школе? Ну а вы что, собираетесь все книжки, которые вам задают, читать? Конечно же нет. Вот поэтому они вам и нужны. Чтобы эти книжки слушать, а не читать. Так ведь гораздо лучше. Ну а если все-таки вы любите читать, и иногда вы это делаете при плохом освещении или подсвечивая себе фонариком, то вас выручат вот эти вот очки. Это очки с подсветкой. Отличное решение для тех, кто любит почитать перед сном. Но если вы любите свой мобильничек и никуда без него не ходите, но вам не разрешают им пользоваться в школе, то вот этот вот трафарет с разными иконками из телефона поможет вам украсить вашу тетрадь, чтобы она хоть как-то вам напоминала вашего любимца. А следующий товар — это многофункциональный аквариум. Тут тебе и рыбки для успокоения перед сном, и органайзер для ручек и карандашей, и даже настольная лампа для того, чтобы делать уроки ночью. Потому что после школы так хочется гулять. А чтобы сложить все свои школьные вещи, возьмите вот этот вот рюкзак в виде щита. Как его звали? Кто помнит, напишите в комментариях. С этим рюкзаком вы сможете отражать любые нападки своих одноклассников или просто запускать его с окна. Но если у вас ломаются карандаши и вам уже надоело постоянно их подтачивать, то вот эта стружилка точно вам поможет. Она все сделает за вас. Вам только и нужно, что вставить туда карандаш. И самое главное, не забыть его вытащить. А то потом и вытаскивать-то будет нечего. А такие наклейки помогут вам украсить ваши скучные тетради. Прилепил пару наклеек, и уже не так скучно на уроке. Ну и как же в школе без ручек? Вот такая вот ручка с рогаткой поможет вам и контрольную написать, и на переменах побаловаться. Ластики-смайлики вы наверняка уже видели, поэтому я нашел вот такие вот ластики-птички. Они отлично гармонируют с ручкой-рогаткой. Если вы уже выстрелили всех птичек своих одноклассников, то можете смело заряжать ластики. Только для этого вы должны быть либо самым здоровым в классе, ну, либо уметь быстро бегать. Ну а сейчас обещанный сюрприз. Вот эти вот наушники я разыграю 10 октября. Для участия в розыгрыше вам нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий. Ну, кроме мата, конечно. Ну и на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, то поделитесь им с друзьями. А вот еще два видео, в которых тоже есть конкурсы.